Итак, доброго времени суток. У нас очередная новинка, это Watch 7. Так, вот в такой вот коробочке тут небольшое напоминание, что продукт не является медицинским прибором, содержит литиевую батарею, не бросать в огонь и так далее. Так, в цветовых решениях у нас золото. Черное и серебро. Ограниченная партия с магнитной зарядкой. В комплекте также инструкция, как обычно, которую никто не читает. Моделька очень интересная. Она напоминает HW22. Кстати, HW22 у нас тоже идет с одной кнопкой, ролик активный. Здесь у нас розовое золото, а здесь желтое золото, скажем так. Модель интереснее, чем 22, хотя одна кнопка, но ролик активный. Здесь тоже много циферблатов. Просто таким взмахом руки они не меняются. Но можно, например, вот так изменить. Так, дальнейшее. Вот таким образом. Медуза всем знакомая. Дальше такой классический циферблат, который был. Так, модельки W26, кто помнит. Так, и вот эта сова, она именно идет в семерках и еще в некоторых моделях. Такой циферблат. Но этот уже был. Вот всего 5 циферблатов, но из них вот этот изменяемый. Моделька на 44 мм, 1,75 дюйма. TFT-экран. Так, ну... По характеристикам Bluetooth 5.2, процессор тот же HC6621, HR с чипом SC7R30. Разрешение, так, 320 на 385. Батарейка на 200 мАч. Водонепроницаемость такая же IP67. Так, нажатием кнопки мы заходим в меню. Можем таким образом увидеть. Так, классический. Тоже довольно шустрый. Классический, как у Apple. Либо вот такой. Так, давайте перейдем. Шторка сверху вниз. Такая же, пароль блокировки экрана. Настройка. Включение Bluetooth. Always on display можно включить. Так, режим не беспокоить. Ну и выключение. Шторка слева направо. Заход предыдущие приложения, которые использовались. Здесь снизу вверх уведомления. Так, вот здесь по иконкам уже понятнее. Так, есть журнал вызовов. Есть записная книжка. Контакты, то есть здесь уже полная синхронизация. Кнопка SOS в случае тревоги. Управление камерой смартфона, мониторинг сна. Пульсометр, шагомер, измерение давления. Настройки, женский календарь. Так, измерение давления. Уведомления. Режим успокоить дыхание. Калькулятор. Управление плеером, данные фитнес-функции, секундомер. Так, ну, в основном это все. Что еще тут? Да, то есть 18 иконок получается. Журнал вызов, то есть можно отследить.
при подключении через Bluetooth тоже приложение VRFit Pro. Первые семерки, вот они в таком виде выглядят. Довольно симпатичные. Наличие черное, серебро, золото. Но немного. Пока у нас тестовые образцы. Можете заказать. Всем пока. Спасибо за внимание. Подписываемся, делимся.